roll! Jump, Lita, jump! Yeah! Huh. Yeah! Всем привет, дорогие друзья, любимые подписчики, с вами снова Гидеон, и это 12-я часть моего прохождения по Brutal Legend. В последней части я напоминаю вам о том, что мы встретили Офелию, теперь она ужасно выглядит, она, видимо, окунулась в море черных слез и совершенно преобразилась. И она разрушила мост, по которому нам очень нужно проехать в ее владение. И теперь нам нужно его починить. И починить мы его сможем только с помощью лесов, которые можно найти в Блайдхендже, куда мы и направляемся. Итак, дорогие друзья, продолжаем мы, конечно, продолжаем наши веселые гонки. И на этот раз я хочу завершить некоторые наши миссии дополнительные. Для начала давайте, конечно, не будем тянуть дополнительными миссиями, но, конечно же, сначала, прежде чем нам достать вот эти леса, которые строительные нам нужны для того, чтобы отремонтировать мост, давайте сначала отправимся вот сюда, потому что эти миссии, так сказать, нам совсем по пути, и совсем они не будут нам лишними, ведь правда? Пройдем мы все новые миссии дополнительные. А те, что одинаковые, проходить не будем, потому что мы их уже видели. Я думаю, вы одобрите это решение. Been gone a while. Look, one enemy at a time. Let's take care of Ophelia first, and then we'll come back here and run the ugly kids out of town, okay? We'll have a huge party, I swear, but first we need some scaffolding. Итак, мы не добежали до нашей дополнительной миссии, потому что она началась прямо сейчас, и нам нужно собирать строительные леса, вот, видимо, вот из этих обломков. Давайте. There's the stuff. The cubic buttload? Yeah, more or less. Well, let's call Mangus so we can get out of here. Exactly what I was thinking. Okay, it's all loaded up. Now can we please get out of here before someone... notices us? Everybody in the bus, move! Итак, доставка металла. Нужно собрать материалы для создания моста. Для начала, а потом, видимо, выбраться отсюда как можно быстрее. И у нас опять веселые перестрелочки. Ах, ты сволочь. Врезался я, он перепрыгнул. Ничего, сейчас мы их догоним. Немножко нитра не помешает. О, еще один улетел. А, превосходно. Надо будет, кстати, нам залететь в магазинчик. Ну, конечно, если нам хватит трибьюта. И купить ракетницу какую-нибудь. Или молниевую пушку. Не знаю, как это назвать. Давай, отстреливаем их, вот это круто. Один, второй, ну-ка сжечь бы его хотелось. Ой, как хочется его сжечь, вот этой хренью своей. Постоять, вот так, другое дело. Совсем другое дело. Я знаю, что можно стрелять из дополнительных оружий. Что же вы мне рассказываете? Ух ты. Ха, ничего себе он пролетел там под нами. А что-то... Слушайте, что-то... Что-то они не разрушаются. Ну ладно, видимо, так и надо. Давай автобус проезжай. Нифига себе, вот эта махина.
А мы-то сами тут проедем. Да что ж такое, проезжай. Во, во, отлично. Оу, ха-ха, немножечко нитро. Отлично, отлично. Так, кто они там, сзади, да? Сзади, сзади, ничего, не догонят. Не догонят они нас. Все уже, оторвались. О, заснеженный лесочек. Ой, сразу освещение сменилось, как все приятненько стало выглядеть. Не считать вот этих уродов. Давайте немножечко, немножечко сделаем шаг назад, чтобы сделать два шага вперед. Один. Во-хо-хо, да, и трибьют нам. Да, аккуратней, будь аккуратнее. Сжечь его, да, вот так вот. Отлично, еще один, еще один. О, откуда вы там впереди все время беретесь? Надо бы нам, кстати, поставить вот эту штуку для тарана. Она бы очень-очень бы нам не помешала. Да знаю я с этими дополнительными оружиями. Что же вы мне все время советы-то даете? Не первый раз уже стреляли. О, автобус как их давит, отлично. О, красота. Просто отлично. Окей, окей, будем следить. Хорошо, что мы не можем повредить наш автобус. Так удобно. Сжечь вас всех хочу я, сжечь. Ууу, ничего себе вас тут, уродов. Вот сколько вас, вот сколько. Во, о, двоих сразу, вот это круто. Вот и все, мы в безопасности наконец-то. А, теперь нам нужно довести, довести все это до моста. Да, безусловно. Так, автобус лучше не перегонять, потому что эти могут... А, нет, их нет. Вот они, новенькие. Свеженькие гады. Один. О, вот это да. Вот это вас тут... Вот это вас тут много. Ничего себе, еще один. Да, вам не догнать. О, у нас тут стоят эти арбалеты. Ха, глупцы. Еще одна победа. Да, вот это мост, ребята. Вот это крутой мост. Dude, you know I love the pyro, but from now on we gotta be a little more stealthy. We're trying to surprise Ophelia, remember? Hey, man, it's okay. We made it. You gotta chill out. What the hell was that? You don't want to know. Итак, мы попали в какое-то совершенно для нас новое место. Вау, круто, реально круто. Давайте посмотрим карту. Джунгли я совсем не ожидал, ребята. Джунгли я не ожидал совсем. Так, что у нас есть здесь за дополнительные миссии? Jungle Drag, Follow the Road Markers, Beat Flatus. А, опять гонка с Флетусом, ха-ха. Старым нашим знакомым, злодеем. Ну, давайте, нет, давайте эта серия будет у нас побольше сюжета, побольше сюжетных миссий, а потом уже дополнительными добьем все. Ну, давайте-ка. Итак, какая же будет у нас следующая миссия? Okay, I got a plan. Burn him? No. Run him over with the bus? No. Poison catnip? No, I'm gonna recruit them. They're gonna join our army. Tell me you're joking. Нет, мы не шутим. Dead serious. So here's the plan. We are going to ensnare the beasts in a ring of fire. Then Lita drops down on the beast from above and rides it into a cage. What cage? The one you're going to build.
How am I supposed to control them? With your stubborn and forceful personality. And then what? You'll just sweet-talk them into fighting for our side? No more questions! I can't tell you the whole plan right now, okay? You might get captured. It's for your own protection. Okay, let's settle up! Ну, посмотрим. Что же ты задумал, Эдди? Okay, this is the area where we're gonna trap him to make it easier for Lita to pounce. Easy. Right. Ha! Damn, these pipes are hot. Итак, номера животных? Нам нужно схватить их. Так, хорошо, вон он у нас один есть. Отлично, и что мы должны сделать? Не понял я. Мы подожгли, и что? Подожгли. А, в круг из огня, что ли? Сейчас я в него врежусь, и мне будет очень плохо, как мне кажется. Ну и что дальше? Во! We have a plan. You must not lose faith in the plan. Нет. Нет. Скорее. Фу. Нет, какого хрена? Во, поймали? Нет? Не поймали, ладно. Еще разочек. Давай же. В круг его. Ой! Скорее! Боже мой, да что ж такое? Подожди! Я вовсе все не так хотел. Все хотел не так сделать. Ну, давай же уже. Я понимаю, что внутри ничего нету, но... Вот, поймали? Фу, ничего себе. Опять? Еще одного? И сколько их нам нужно поймать? Блин, весело, конечно, но... Ёлки-палки. Так, этот у нас в клетке сидит, уже отдыхает, зевает. Да, нужно бы найти еще одного, и я чувствую, нам... Потом от него нужно будет бежать, потому что он зажарит нас, к чертовой матери. Did I tell you about the Zolia yet? One creature at a time, Baron, let's focus. Suit yourself. Так, где у нас здесь еще кто-нибудь? А, кажется, вон он. Ох, боюсь я. Не выйдет все это хорошо. Как бы нам его разбудить-то нужно, а? А, вот так, собственно. Собственно, вот так нам его разбудить нужно. У нас даже никакого нитра нету, что же делать? О, давай! Нифига себе мы перепрыгнули. Гони, Эдди! То есть не Эдди, конечно, а барон гонит, но... Где эта сволочь? Он идет за нами. О, боже мой. Идет за нами, надо сваливать. Все, сейчас придет он. Сейчас он придет такой, а мы ему, короче, такой вот кружочек здесь сделаем. А он такой вот придет. И... Он идет вообще или нет? Да что ж ты затупил-то, а? Иди давай за нами. А, вот и ты. Вот и ты уже за нами идешь. Все хорошо. У Энди сейчас задница сгорит. Вы смотрите, он жгет и жгет нас. Давай. Yes! Fire in the hole! Jump, Lita, jump! Как же она их успокаивает? Видимо, надо еще одного, третьего себе собрать. Слушайте, ну они крутые вообще, конечно. Что тут скажешь? Звери вообще, звери просто офигенские. Ой. Нам нельзя сюда уезжать. Хорошо. Тогда поедем вот сюда. Видимо, сюда нам нужно.
Да, последнего, мне кажется, нужно нам найти. Ну, три. Всегда стандартное, хорошее, красивое число. А, вот и он. Нет, мы не забыли тебя. Он не проснулся, да? Ладно. Проснулся. Ну, сейчас проснется. Сейчас я в него врежусь. Он проснется. Еще как проснется. Бежим, бежим, бежим. Бежим, спасаемся. Чтобы он Эдди не спалил. Не спалил Эдди. Давай, 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 давай. И... Ах ты, сволочь. Давай, давай, еще разочек. Еще разочек, еще разочек. Ну, стой. Попался? Да. Jump, Lita, jump. See? I knew they could be ridden. I wasn't riding them. I was holding on for my life. There's no way to really ride these things. Not true. The Zalia do it all the time. The who? The Zalia. These beast companions and... protectors. Вот это горячие штучки, я вам скажу. Yeah, so, long story short, I'm from the future, and I'm here to recruit you for my army. We're already an army, and you're not welcome to join it. Так, кажется, нас хотят спалить. Так, что делать? Барабаны какие-то. Так, 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 так. Здесь должен быть какой-нибудь выход. Какой-нибудь выход. Все, все горит. Может, что-нибудь сыграть? Я даже не знаю. И что делать? И что нам делать? О боже мой, оно все горит и загорается. Что делать? Ну и куда нам идти, куда бежать? Ага, Relic Razor! Давайте, давайте, давайте. Вот что нам нужно сделать, пока не поздно. Вау. You? No, that ain't me. That's my dad. Eddie, that's a famous warrior of our time. Not yours. He was the leader of the Black Tear Rebellion. His name was Ragnarok. He fought alongside the Zalia. He gave us the skills to defend ourselves when the Black Water last rose. Yeah, he gave me something too. I found this in his attic after he died. Apparently there's a lot about my dad I don't know. But it seems one thing I do know is that he, somehow, once fought at your side when your land was in danger. So I ask you, will you fight at our side now? If you will still have us in your army, son of Ragnarok. Да, дорогие друзья, посмотрите, какое интересное завершение миссии. И мы нанимаем вот этих каких-то амазонок совершеннейших, шикарных в нашу армию будущую. То есть в нашу армию нынешнюю, безусловно, что это я говорю. Давайте посмотрим на карту, где же мы находимся. Хо-хо-хо, как же далеко-то нас закинуло, дорогие друзья. И это еще одна гонка с Флетусом. А здесь у нас что? Давайте-ка посмотрим. И еще одна гонка с Флетусом. Много гонок с Флетусом. Кстати, а мы можем как-нибудь по-быстрому перемещаться?
Вот знаете, очень бы не мешало по-быстрому быстрое перемещение здесь. Совсем бы не помешало. Но нет, здесь его, похоже, нету. А, о, что это тут? Ха-ха, это литавры тут лежат. Тарелки. Тарелки, как их сейчас называют. Да, потому что литавры — это немного другое, безусловно. И можно отправляться по основной миссии. О, смотрите-ка, давайте-ка осмотрим эту территорию. Вон там вот у нас есть смотровая площадочка. Будет очень интересно ее осмотреть. Кстати, там есть еще один камень. И мне немного подсказали, как его открыть. Давайте посмотрим, откроется ли он. Но сначала осмотрим территорию эту интересненькую. Неплохая, неплохая совершенно. Но, в принципе, мы ее уже видели, конечно, когда ее пробудили. А сейчас нам посмотрели еще раз. Так, и вроде вот эту штуку как-то можно освободить с помощью Earthshaker'а. Воу! И что это? И что это? И что это такое? Нет, ничего. Нет, что-то ничего, смотрите-ка. Ну, мы просто зажгли, и все. Как бы, что нам это дало, я не представляю, зато... Не знаю, не знаю, что-то нам, в общем, это дало. Ну что ж, дорогие друзья, на этом, я думаю, закончу эту серию. 12-ю часть моего прохождения по Brutal Legend. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. С вами был Гидеон, всем спасибо и до следующей миссии.